Сейчас, да, сейчас, кто там? Иди там, к тебе пошли. В смысле, кто? Да это же я откуда знаю. Спросили, где эта гадина? Ой, да иди ты, Светка пришла, блин. Вот ведь жизнь какая несправедливая, друзья. Мужики как легли спать красавцами, так красавцами и просыпаются. А бабы как-то за ночь портятся. Да понимаешь, Жека, я когда выпью, вообще никого не боюсь. Чё, прям и жену не боишься? Ну, до такой-то степени я не напивался. Да, у меня 5 джинсов и очень грустный стих. Не влезает попа ни в одни из них. Чё, Дэн, может быть, сразу сходим? Нет, друг, я не могу. Чё, давление? Или жена? Давление со стороны жены. Женщины могут бесконечно смотреть на 3 вещи. А потом бац, и купить сразу 7. Зай, я хочу вот эту сумочку. Ёшка, сколько эта сумочка стоит? Она обойдется вашей жене $300. Можно помедленнее, пожалуйста? Она обойдется. Стоп! Она обойдется. Ребят, пост посвящается тем, кто выкладывает фото с грибами. Вы хоть на следующий день что-то тоже выкладываете. А у нас раньше в деревне, друзья, было проще. Никто лайки не ставил. Понравилась баба, привез навоз. Наташа, девайся, пошли к Ивановым. Ты... Быстро, быстро к Ивановым. Ты что, обалдела? Что за спешка-то такая? Зачем? Наташа, сегодня пятница, иначе они сами к нам припрутся. Знаете, женщина, она вообще не может жить без печальки. Даже если в жизни все хорошо, она все равно придумает печальку. А еще скандальку, плакульку и обижульку. Лехе, ты что купить? Я не знаю. Начал на память-то привезти ему. Может, возьмем зажигалку ему? Он же не курит. Ой. А этот пиджак, я сейчас видел там, такой яркий, с ананасами. И зеленые штаны. Маля тема. Ты бы тоже завязывал курить-то, а?